сколько этих лет проживу еще. Побед и поражений и потерян счет. Сколько мне без сна ночами напролет. Знаю точно, к чему-то приведет. Я мистик, не зритель, по качеству лидер. Я спринтер, простите, не скисну. I'm sorry, бесспорно, его оставили след. Но я не был так слеп и не останусь притворным. Я крикну своего сполна я возьму еще. Побед и поражений и потерян счет. Своего сполна я возьму еще. Еще один шаг, еще рывок. Здорово, Сурков. Привет, Иваныч. А что за кипиш? Почему цепление? По горячим следам ищем. Двоих нашли уже, а остальные где-то окопались. Так что случилось-то? Как? Ты что, не в курсе? На Мичурина 31 двух пацанов избили. Один в скорой скончался, другой исчез. А как зовут того, кто исчез? Вова Адамир. Он у нас на учете стоит. Он сам ушел или его увезли? Сам ушел. Конечно, ему досталось. Ну, надеюсь, выживет. Да. Ну да, будем надеяться. Давай, здорово. Давай. Господи, спаси и сохрани пацана. Дань. Даня. Что случилось? Ты что, его знаешь? Знаю, солнце, знаю. Ради таких людей и работаем. А почему он исчез? Да потому что он знает, кто это сделал. А еще он знает, что свидетели долго не живут, понимаешь? Опоздала. Представляешь, проспала. Звонил кто-нибудь? Да без умолку все звонят с 8 утра, не успеваю отвечать. Вот, опять звонит, 100% с Гуну. Как с Гуну? Много раз звонили? Подождите, вы не берите трубку еще. А что? Что-то случилось? В общем, вчера ночью возле дома Тамары Николаевны на Мичурина убили одного мальчика. Как зовут, не знаю. А второй Вова Дамир, ее сын. Ой, вроде как уцелел, но теперь все его ищут. Нападавших было пятеро. Принеси мне стакан воды. Слушаю. Людмила Андреевна, доброе утро. Доброе утро, Валерий Павлович. Ну, наконец-то вы соизволили поговорить со мной. Много работы, Валерий Павлович. И если вы не против, давайте перейдем сразу к делу. Ну, напротив. Значит так, при повторном рассмотрении Республиканского педагогического совета мы решили отозвать присуждение статуса высшей категории педагогу Дамир Тамаре Николаевне в связи с... Республиканского педсовета или городского? Я не расслышала. Или вашего совета трех? Людмила Андреевна, я еще не договорил. Да, не договорили. В связи с чем? С тем, что она молдаванка. Политику играете, Валерий Павлович. Так вот, знаете, что я тоже молдаванка. А Тамаре Николаевне вообще плевать на ваши почести. Она для наших учеников сделала больше, чем все вы вместе взятые. Так что пошли вы нахрен, Валерий Павлович.
Что? Они все слышали? Да ну и черт с ними. Много работы. Принеси мне бумаги на подпись. Алло. Привет, Людочка. Тьфу ты, Тома. Чуть и тебя не послала. А что случилось? Да представляешь, эти козлы лишили тебя высшей категории. Или тебе сейчас нельзя такую информацию слышать? Да нет, все нормально. Мне уже лучше. И это, скорее всего, дело рук Валеры. Не сомневаюсь. Слушай, как там мой сын? В школу ходит? Том, а тебя точно получше? Давай я пакеты возьму. Давай мне оба. Дома будешь сидеть? Так, девки, помрешь. Тебе привет, Данила. И вон сестра в город поехала. Крутого мужика нашла. Что, нет? Да, это Сахар. Да, как заказывали. Что? Идем, Том. Как раз на стол накрыли. Добрый. Ой, Катюшка! Мамочка, привет! Привет! Ой, привет, моя золотая. Ой, ну, привет. Вот. Ну, а дети где? Они на занятиях. Ты сказала, что срочно нужно приехать, вот ну, мы и без них. Ну, как срочно? Ну, соскучилась я. Вот, и продуктов привезли, и садитесь. Вот. Ну, а вот это наша гостья, Тамара Николаевна. Очень приятно. А это моя вторая дочь, Катюша. А, взаимно. Вы мамина подруга та, что у речки живет? Не совсем у речки. Она учительница из Рыбницы. А вот это мой золотой зять, Данилка. Кому фаршированный перец? Милка, ну давай, 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 садись, 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 садись. Речка, спасибо, сейчас каждый сам себе возьмет. Ну что? По 50? Давай поговорим. В общем, подруга эта моя, Тамара Николаевна, очень хорошая женщина. Педагог высшей категории. Две книги написала. И учебник для детишек 5 класса. Ну вот, как-то попала она в крайне неприятную историю. С ней случился нервный срыв. Ну, с кем не бывает. Согласен. Сейчас ей намного лучше, но, понимаешь, я посылала Милку в город отвезти продукты ее сыну. Дома его не оказалось. А соседка сказала, что пацана посадили. Эта информация ее убьет. А как зовут пацана? Владимир Дамир. Интересно, как Господь пути переплетает. Ты это о чем? Ты что, знаком с ним? Потом расскажу. А я могу поговорить с Тамарой Николаевной? Конечно. Ну ты это... Ей лишнего не говори, ладно? Ну, конечно, да.
поднимется. Я знаком с вашим сыном. Да. Вы очень хорошо его воспитали. К тому же он парень с добрым сердцем. Спасибо. Только я сегодня утром разговаривала с директором школы, и я знаю, что у него там проблема. Вот только я здесь и не в состоянии даже думать. Я могу что-нибудь для вас сделать? В смысле, отправить меня с сыном в космос? Ну, хотя бы в таком смысле, почему нет? У Дуси нет междугородки. Вы не могли бы позвонить моей сестре в Италию? Сделаем. А что сказать? Скажите, что мне нужна помощь. Конечно, конечно. Откройте, милиция! Это участковый. Мне поговорить надо. Вова! Вова, ты дома? Искал меня? Угу. Слушай, здесь отчет Серега оставлял мне. Не видел? Данил. Даже запропастился. По поводу дела убитого ночью Дениса Шевченко. А так. Хорошо. В общем, мы взяли двоих. Ну, они на попятную. Орудия убийства нет. Отпечатков, соответственно. Ну так, с
остается только свидетель. И что свидетель? Я отправил участкового по месту жительства. Там пусто. Кстати, этот Гоша назначил $100 тому, кто укажет местонахождение. А что, других источников нет? Ну как, есть. Есть информация, что малый прячется на заброшенном заводе. Ну, если хочешь, можешь съездить, проверить. Добро, давай. Ты все растешь? Так куда уж там, присаживайся. Да, времени нет совсем. Так, рассказывай. Слушай, сдается мне, в моем отделе крыса завелась. Не знаю, то ли денег предложили, то ли метит на мое место. Понял. Так. Ну, в общем, хочу проверить одну его наводку. Прикроешь. Ну, давай соберем людей, пока не разошлись. Давай, поехали. Дорогие друзья, убедительная просьба заглушить двигатель и сложить оружие. Дорогие друзья, а ну... Хотел как-то повежливее. Думаю, они заценили.
Малолетки? На опера? Чё за прикол? Кто так работает? Да, это мне интересно, кому меня Саня продал. Всего лишь сон. Спасибо тебе, великий Бог, за прекрасный ужин. Аминь. А ну, вот она, вот эта квартира. Подай инструмент. Да тихо ты. Дай отвернуть. Мало того, что этого придурка дома нет, так у него еще и спереть ничего. Олени, блин. Посоветовались с товарищем прокурором и решили задержать тебя на 72 часа, но сразу же в общую камеру предварительного заключения. Не имеете права, это не по процедуре. А своим давать наводку на верную смерть – это по процедуре. Посадим в одиночку, не переживай.
Только если скажешь, кто меня заказал. Гоша? Не, не Гоша. Хотя Гоша тоже рад бы. Это по делу Дениса Шевченко. Там подсоединенный проходил. Это сын Рыжего. Рыжего. На которого работает Гоша. В том числе. Ты же знаешь, на него весь город работает. И я не удивлюсь, если среди них и все здесь присутствующие. Водите в одиночку. Надо малого найти, раньше, чем они это сделают. И пора уже завязывать галстуки этим авторитетом. А что мы можем сделать? Мы маленькие люди, нам нужны ресурсы. Нам не ресурсы нужны, а яйца. Уголовные дела ведь есть на всех? Вон, пылятся на полке, у тебя. Рубим головы по иерархии вниз, все. Согласна. Согласен, только... Что только? За семьи страшно. Мне тоже страшно. Но в этом городе живут наши дети. В общем, ребят, пожалуйста, сделайте мне на завтра имена и ордера. И будем двигаться. Я в шестой отдел. За работу. Может, я хочу тебя обыскать? Ну, обыскивай. Бедненький, ну как же так-то? Как ты меня нашла? Проходи, только мне нечем тебя угостить. Может, воды? Нет, спасибо. Я у классной спросила твой адрес. Слышала, твоего друга убили. Подожди, а что ты не в школе? Ты же никогда не прогуливаешь. Это правда. Мама меня убьет. Падай. Ну, может, мультики посмотрим? Где у тебя телевизор? Вообще-то я надеялся, что ты откажешься. Мне пора идти. Я забрал документ со школы. Как?
Зачем? Мне больше нечего делать в этом городе. Значит, мы никогда не увидимся? Может быть. Но я всегда буду помнить о тебе. Ты знаешь, Томочка, а я ж тебя капец как понимаю. У меня в 75-м сначала первая дочь родилась, а через 2 года вторая. Мы тогда в старом сельпо жили. Мой работал водителем председателя колхоза. Водитель, ипона мать. Ну, в общем, как забеременела я с Милкой, колхоз нам выделил землю. Ну, мы и стали строить свой дом. Председатель выпьет? Ну, и мой выпьет. Тогда милиция еще не очень проверяла. Председатель налево? Ну, в общем, и мой туда же. Ты думаешь, я не знаю, как они в соседнем селе по банькам голых баб гоняли? А я-то беременная. Нужно приготовить еду для строителей, за старшей приглядеть. Накорми ее, постирай, уложи. А этого идиота никогда дома не было. Я ему говорю, ты отпуск возьми, пока дом строится. Помоги мне. А он, ты что, работать надо. В общем, ехали они с очередной гулянки. Мой избил мужика насмерть. Да, 8 лет дали. Ты что? Мой-то любил бухнуть. А там с этим делом... Ну, вот и стал много чифирить. В тюрьме ему и дали кличку Кефир. Кефир? А сейчас где он? В общем, я как дура 8 лет передачки ему носила. А он, когда откинулся, как у них говорят, стал жить с другой бабой. Представляешь, в соседнем селе. Так что, вот так вот, девки. Говорят, мужики, это сильный пол. Угу. Задача сатаны – разрушить. Ну вот и... Вот он и обычно по мужикам и бьет. Тот либо бухать начинает, либо шляться, либо играть в какие-то игры. Ну, в общем, семью разрушить. А вот когда разрушит, тогда уже каждого по отдельности. Как говорится... Разделяй и властвуй. Вот и вырастают либо наркоманами, либо дегенератами. Кого-то мне легкая принесла. Слушай, так поздно. И в такую холодрыгу. Подожди. Мамей, трандафир. Мамей, кынде!
Шашан винет. Тумка, это к тебе. Понимаю. Ну что, может, послать его, а? Нет. Предоставь мне это удовольствие. Хватит! Вы заткнетесь или я пойду? Дим Петре, сеяса фок, мой дору. Хватит! Ну все. Смотри, что я тебе принес. Дорогая, тебе. Спасибо. Это все? Нет. Мамей. Прости меня и вернись ко мне. Жизнь без тебя моя пуста. Хотя и звезды, и луна. Ты знаешь, где мой сын? Нет. А что он ел в последнюю неделю, знаешь? К чума, Тома. При чем здесь Володька вообще-то, а? А при том, что мне сейчас плохо, как никогда. Я из последних сил стою здесь перед тобой. И если ты не захотел помочь мне, мог хотя бы поинтересоваться, что с ним. Ты что, гонишь, что ли, а? Целый председатель. Глава районной администрации перед тобой на колени стал, коза. Да пошел ты вообще. Что ты пошел? Ладно, прости, ты что, прости? Что, уходишь, да? Ну иди и знай, что тебя лишили высшей категории. И ты этому рад? Или это твоих рук дело? Кумана ла пупа заши ку-ку-ку-гол, ла сама мандруце, ла сама самар, кумана ла пупа заши ку-ку-ку-гол. Роза сломалась. Ой, девочки, нажарили столько семян, завтра меньше нажарим. Я, наверное, пойду. А то мы такими темпами скоро маслобойню откроем. Мам, ей плохо, по-моему. Дотя, что с тобой? А ну, чуть-чуть. Дыши. Вот так. Вдыхай носом и выдыхай ртом. Вот так. Таблетки? Я уже выпила. Сейчас придет. А ну, давай, идем, приляжем. Давай. Чуть-чуть. Тихо. Вот так. Ну как? Тебе получше? Да, спасибо. Стараюсь не думать. Ну давай. Ложись. Вот так. Ты, если что, зови меня, ладно? Паническая атака. Ай, как вспомню. Страшная эта болезнь, Милка. Страшная. Никакому врагу не пожелаешь. Вот я сама помню, молила Господа. Пусть пошлет на меня другие болезни, только не эту. Душа как будто покидает тело. Не зря в Библии написано, что
Среди 8 смертных страстей есть и уныние, и печаль, которые убивают душу еще при жизни тела. Умираю. Господи, дай мне сил и укрепи душу мою. Не оставь моего сына в трудный час. И дай мне снова окрепнуть. Ведь нет у него никого на белом свете. Пусть будет не по моей воле, Господи.